На сцене Андрей Криворучко. Рассмеши смешного, рассмеши меня, рассмеши меня. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Хотите начать выступление сразу без разговоров? Ну да. У вас есть одна минута, за которую вы можете заработать 1000 гривен. И это только начало. Готовы? Да. Очень много раз я хотел испытать свой инь. И при этом я не представлял, я в мечтах, прикинь. Только янь познать нелегко, хоть цель близка. И уже я дырку протер на носках. Я люблю свою лошадку, расчешу и шерстку гладко. Гриву заплету за ушком, не, вылитая совсем Ксюша. Добрый доктор Айболит знает все про целлюлит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица. Не красней, как на смотринах. Я сейчас врач, а не мужчина. Так. Я устал от одинаковых писек. О, Господи. Андрей. Да. Я должен сказать, что... Вы же сказали писем, правильно? Это не писем. Этот был гонг не случайным. Писек-писек там было. Бара-барабам. Бау! А почему вы устали? Да, кстати, интересно, что, да. Что было дальше? Что дальше? Просто... Я заблудился, выхода мне нет. Уж полночь близится, а Герману омлет. Андрей, иногда 60 секунд... Я ничего не понял вообще. 60 секунд иногда совершенно бесконечно долго длятся. До свидания. Спасибо. Всего хорошего, вы проиграли. Рассмеши смешного. Но люди, люди разные. Разные. Важны, люди разные нужны. Да, мы как снобы здесь сидим. Смешно, это не смешно. Был? Это был Андрей Криворучко. А вот мы не успели с ней поговорить. Может быть, в анкете есть уже ответы, почему он так шутит. Профессия странник. Написано.